По инициативе представителей всероссийского проекта «Движение первых» в Московской области в 2024 году впервые проводятся соревнования по компетенции «Технология физического развития». Региональный этап чемпионата «Профессионалы» состоялся в Раменской школе 35 «Вектор успеха». Мы включили линейку юниоров, чтобы дети, школьники, ученики 9-11 классов могли попробовать себя в профессии учителя физической культуры. Они пробуют себя в разных 4 модулях. Это подготовительная часть урока. Они ее проводят и пишут методическое сопровождение к этой подготовительной части урока. Также принимают нормы ГТО. Вам нужно составить план-конспект и подобрать музыкальное сопровождение урока. Проверьте, пожалуйста, свои папочки. В этом чемпионатном движении участвую первый раз со своим конкурсантом Натальей Зубовой, ученицей 10 класса. Движения для нас новые. Этот чемпионат дает возможность конкурсантам побыть на месте учителя, педагога. Многие думают, что это легко и просто. На самом деле это непросто. Идет взаимодействие с учениками. Учитель физкультуры – это сложная профессия, но мы стараемся справиться со своей задачей, достичь своей цели, и все приехали сюда за победой. Мы уважаем всех соперников и желаем всем удачи. Конкурсант ознакомил волонтерам с нормами техники безопасности на уроке до начала занятия. Да. Да. Наличие штрафных карточек при выполнении модуля. Не было штрафных. Не было. Внешний вид конкурсанта соответствует норме внешнего вида педагога по физической культуре. Да. Соответствует. Здорово!